плюс 10 читает стихи для лабиринт.ру. Василенко Софья, 15 лет, город Балаково, Саратовская область. Это было в мае на рассвете, Рублев. Это было в мае на рассвете, нарастал у стен их стадо бой. Девочку немецкую заметил наш солдат на пыльной мостовой. У столба дрожа она стояла, в голубых глазах застыл испуг. А куски свистящего металла смерть и муку сеяли вокруг. Тут он вспомнил, как, прощаясь летом, он свою дочурку целовал. Может быть, отец девчонки этой дочь его родную расстрелял. Но сейчас в Берлине под обстрелом полз боец, и телом заслоня девочку в коротком платье белом осторожно вынес из огня. Скольким детям возвратили детство, подарили радость и весну рядовые армии советской, люди, победившие войну. И сейчас в Берлине был воздвигнут, чтоб стоять в веках, памятник советскому солдату с девочкой, спасенной на руках.